здравствуйте, дежурный ССБ МЧС, чем вам помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас возле соседнего дома дым какой-то идет? Техника, да, да. Технику мы к вам направили. Вы из дома слышите? Да я на улицу вышел, смотрю. То есть в доме, возможно, человек? Стал телефон, начал светить фонариком, в комнате вообще ничего не видно. Видно только один пожарный, противогазник, что ж. Я начал помогать вытаскивать бабушку, бабушка весит немало. Сидели на подоконник, за ноги, за руки. Мы втроем, наверное, один человек был изнутри. И я и еще два сотрудника вытаскивали ее наружу. Достали, я посмотрел, укрыл ее и отправил к себе.